чем противоречие, если есть между либерализмом по Вольтеру и консервативными ценностями? Ну, потому что по Вольтеру ценности каждый человек, по сути, выбирает себе сам. Да, это идет из глубины души, это идет, ну, то есть, понятно, это идет не, ну, это все-таки больше протест по сравнению с Богом идет. То есть, ну, в ту эпоху консервативные ценности однозначно символизировались тем, что нам даны Господом, нам даны в рамках религии, а в рамках вольтеровского можно было выбирать их, то есть, более ревизионистский взгляд на даваемые нам догмы. Сейчас это выродило, ну, как бы дошло до такой степени, что фактически каждый может сам себе выбирать ценности. Ну, то есть, если в рамках Вольтера это была некая свобода выбора, во что верить, ну, не в рамках религии, но близко к этому, то сейчас это все вырождается в то, что каждый сам начинает формировать себе некую систему веры. Плюс все-таки давайте понимать, что то, что было чистым изначальным при Вольтере, сейчас из этого много чего выросло, во что это перешло, и мы не можем взять чисто вольтеровское восприятие, полностью игнорируя все последующие течения и направления. Тут надо уже смотреть, исходя из того, во что это выходит. Да, мы можем сказать, что нет, мы верим только вот здесь вот, но все равно путь пройден, и один раз будет пройден еще раз, и мы опять увидим то самое... Ой. Тот самый либерализм, который у нас сейчас присутствует.